Смотрите сегодня в Вестнике Северодвинска. Северодвинские врачи попались на продаже фиктивных справок. Оперативные кадры задержания медработника на рабочем месте покажем в рубрике «Протокол». Работают восьмую зиму подряд, а многие не в курсе. Сезонные развлечения Северодвинского парка культуры и отдыха испытали городские журналисты. Треугольники, металлофоны, колокольчики. В оркестре три десятка педагогов. Музыкальные руководители города по-новому осваивают инструменты. Победить болезнь помогли неравнодушные люди. Маленькая Лера Соснина и ее родители благодарят всех, кто поддержал их в борьбе со страшным диагнозом – раком сетчатки глаза. Обо всем подробнее в 19 часов на канале «Свой регион».